Молодым профессионалам понадобится поддержка болельщиков. Так, 10 сентября за Ивана Короткова будут держать кулачки все студенты и педагоги Тюменского техникумо-строительной индустрии и городского хозяйства. Лучшему сварщику региона ради участия в чемпионате даже дали отсрочку от армии. В августе он успешно прошел отборочный тур, теперь будет бороться за победу в финале. Швы должны быть чистые, потому что они вот рентгеном их проверяют. Никаких дефектов не должно быть, должны отсутствовать. Также вот подрезы, поры вот вообще недопустимы. Студентка того же техникума Анна Казакова выступит в компетенции штукатурной и декоративной работы. Соревноваться придется 3 дня подряд, с 17 по 19 сентября. А вот Кристине Хохловой из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий предстоит отстаивать честь региона в компетенции кондитерское искусство. Девушка покажет свое умение создавать шедевры из карамели, шоколада и мастики. Болеть за вкусную компетенцию будем 12 сентября.